В преддверии Нового года иду проверять капканы. У нас тут как весна. Птички поют. Вот. Разлилось болото. Не пройти капканом. Значит, 5 ночей прошло после моей последней проверки. Погода была где-то плюс 7 в среднем температура. Сейчас вообще тепло. Сегодня, вчера было тепло. Вот такой вот. Хожу по воде. Сейчас буду к первому капкану подходить. Опа, он там на горке стоит. Не знаю, у нас даже не думает зима наступать. Хотя уже Новый год на носу. Сейчас думаю, 30-31 там не получится поехать капканы проверить. А там первого куда с больной головой. Поэтому выбрался сегодня. Специально поехал. Опа. Блин, нифига. Да, без высоких сокол не пройдешь по лесу. Очень глубокие долины стали. Опа. Вот там на горочке сразу первый капкан. Сейчас подойду к нему. Посмотрим, что там. Ну, капкан стоит, ничего в него не попало, стоит настороженный, вот он стоит, среди повала на ветке. Так, ну что, идем дальше, если что-то интересное, обязательно буду все показывать. Впереди еще нормальный нам путь мне надо проделать, поэтому надо спешить. Спугнул косуль, вот прошел метров 100. Ну так, далеке я их увидел. Вот хочу показать, как лежит. Вот посреди воды кочка. Вот они на таких кочечках лежат. Не знаю, сколько там было, но где-то 3-4, я думаю. Так вдалеке видел. Метров за 80 мелькали жопы белые. Ну, ладно, буду идти дальше. Конечно, эта вода очень сковывает передвижение. Когда зима наступит, зима наступит, станет лед, будет намного удобнее ходить. Вот дерево дуплистое. Сухое. Куница по-любому про него знает. У меня очередной капканчик стоит. Я показывал, как его ставил в прошлый раз. На прошлом моем видео. Вот он. Он пустой. Ну что, дальше идем. Обилие воды осенней. Оно дает о себе знать. Куница ходит тут по грядкам. Ну и особо не угадаешь, ей как бы пути отрезаны, где она ходит. Боится там лапки мочить, куница все-таки не любит воду. И вообще есть такой метод постановки капкана. Если у вас где-то в лесу канал какая-нибудь есть там или ручеек, и через него поваленные деревья, нужно смотреть, где на поваленном дереве метки куницы. И она ходит. Еще пока, когда по чернотропу лед не встал, она по этому дереву перебегает. Всегда там есть одно дерево, по которому она перебегает. Одно, два, три. Все зависимости от ширины водоема. В общем, но если нету, то можно срубить самому
заблаговременно, там летом, например, какое-нибудь дерево перевалить через эту канаву. И к сезону вот придете, 100% она будет бегать, куница по нему. И прям капкан без привады просто ставится на это дерево, по которому куница бегает, и все. Я ловил так куницу, в ней норка так попадала. Ну, в принципе, метод неплохой, но тут у меня нету такого, что какая-то канава лес пересекала. Проверил я, в общем, те капканы, которые в прошлый раз доставлял, увеличивал маршрут. Все они пустые. Столько следов лосиных, весь лес истоптан. Как это выпадет снег, будет хорошо видно, свежее. Покажу, сколько много следов. В общем, такое ощущение, что, наверное, я плохо себя вел. И Дед Мороз может мне не подарить подарок. Ну, походим, посмотрим. У меня еще старые капканы там, где стояли. Погода, конечно. Погода. Я все хожу и каждый раз жалуюсь на погоду. Нету зимы, куницы не ходят. Вот на прошлой неделе немножко минуса побыло, пару дней. Чуть снежок припорошил. По ночам где-то минус 5 было, днем минус 1, минус 2. Сразу вот две штуки залезло. Очередной капканчик стоит пустой. На прошлой проверке здесь куница попала. Самочка. На этой проверке пустовато тут. Идем дальше. Так, ну что, очередной пустой капканчик. Что-то мне кажется, что я, наверное, сегодня буду без добычи. Уже осталось пару капканов до конца. Ну что, вперед. Шансы есть всегда. Бывает, что и в самом последнем капкане куница сидит. И тут надо было пройти метров 400 по болоту, по воде. И вот тут первый капкан после болота. На таком большом дубу. И вот куничка висит. Так что вот он, мой новогодний подарок. Хорошая, красивая, пушистая. Вот такой вот красавчик. Так, ну что, с полем меня. Я уже, если честно, даже и не рассчитывал, думаю, ну не будет, наверное, сегодня никакого результата. Но все-таки вот этот дуб, я когда-то вот здесь ставил капкан, но у меня не попала куница тогда в тот год. Попала белка, и куница пришла и съела белку, отъела, только лапы одни остались. Вот такой огромный дуб в два обхвата. Посреди вот такого вольшанника, болота. Там дальше вода, и метров 400 вот я прошел. А все-таки такая красивая, вот попала. Вот у меня приманка утиная. Видно, попала недавно, может, прошлой ночью, потому что такая вот, видно, что не зависелась. Прям пушистая, красивая такая. Самец. Хороший самец. Ну, с полем. Очередной капканчик в прошлый раз тут. Куничка попала. Кто-то ее погрыз. Так, ну что, один капкан остался впереди.
кстати, вот метка. Не знаю, это может... Может, той куницы... Как раз вот я проходил. Может, той куницы, которая попала, а может и нет. Ну, так, еще один капкан остался. Сейчас проверю его. Да, и в машину. Так, ну что, я с новогодним подарком. Так что не зря сходил в лес. Прогулялся, выгулялся. Доволен. Хороший самец, крупный. Уже 3 самца словил. И самочку. Ну, еще молодняк не попадал в этом году. Значит, есть еще должен молодняк быть. Так что куница еще должна попасть. Главное, чтобы погодка поменялась. Чтобы взялся морозец чуть-чуть, тогда куница пойдет. Ей будет легче. Ну, замерзнут эти долины, она пойдет по этим долинам. Будет у нее больше ход. Будет больше шансов, что она попадется. Ну что, наступает Новый год. Всех с Новым годом. В этом году желаю всем удачи, фарта охотничьего, трофеев трудовых. Почаще выходите в поле, в лес, на пруд, на речку, на озеро. Ловите рыбу, я не знаю. Любуйтесь природой. Природа — это наше все. Всем спасибо, кто смотрел в этом году мои видео, кто будет смотреть мои видео. Кто смотрит, подписывайтесь, кто не подписался еще. Всем удачи в этом году. Все, пока, ребята. Вот как я удачно вышел с леса. Вышел, и дождик начал моросить. Я вообще отлично подобрал сегодня время.